Война — это искусство обмана. Многие годы лицемерие Запада превращало весь мир в поле битвы. Пока враги народа трепали языками, наши братья и наши сыновья проливали свою кровь. Помните, ни слова по-русски. Но обман — обоюдоострое оружие. Российские власти заявляют, что атака была организована агентом ЦРУ по имени Джозеф Хаз. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. А когда целая нация требует возмездия, ложь распространяется со скоростью лесного пожара. Это пламя разгорается все ярче, пожирая все на своем пути. Это преднамеренная агрессия против США. Наши враги считают, что только они определяют ход истории. Но на деле достаточно воли одного человека.